Грех не столько страшен сам по себе, как тем, что он омрачает душу, отдаляет человека от Бога, ввергает его во тьму кромешную еще здесь, на земле, передает человека в рабство дьяволу, который извращает и ум, и сердце, и воля. Все будет показывать в ложном свете, так что черное покажется белым, болото – прекрасным садом. Выйти из этого состояния можно лишь глубоким сердечным покаянием и решительным разрывом с грехом. Покаяние у вас есть в какой-то мере. Надо сделать еще шаг – уйти из вашего Египта и поселиться одной в другом городе. О семье не заботьтесь, Господь премудрее вас и сделает с ними, что заслуживает, а главное – поставит их в условия, при которых легче всего им спастись. Видно, что без нужды и скорбей они не вырвутся из своей ненормальной жизни.